До конца года для всех ямальцев, получающих выплаты в органах социальной защиты, создадут личные кабинеты. В них каждый сможет отслеживать все меры поддержки для себя и своих несовершеннолетних детей. На сайте можно будет узнать период назначения выплат и их сроки перечисления. Также через новую платформу окружной департамент соцзащиты сможет направлять различные уведомления, например, о необходимости продлить выплату. Сейчас очень все любят подавать документы онлайн, все очень сильно пользуются порталом госуслуг. У нас в основном получается около 90% всех заявлений, которые поступают, это идет либо через наш сайт, когда заполняются документы, либо через портал госуслуг. Практически у нас все неработающие пенсионеры, обучаются компьютерной грамотности, могут зайти на портал госуслуг. При этом в Департаменте социальной защиты отметили, что полного перехода в онлайн не произойдет. Возможность задать вопрос или подать документы лично останется. Само собой, сделать это можно будет и через многофункциональные центры в любой точке округа, независимо от прописки.